Секреты здоровья. 10 секретов, которые помогут сохранить здоровье. Наверное, каждый хочет прожить до глубокой старости, оставаясь при этом здоровым человеком, чтобы радоваться жизни и не быть обузой для своих близких. Поэтому часто возникает вопрос, в чем секрет здоровья и как сохранить свое здоровье? Этот вопрос уже много веков задают себе думающие люди. Как оказалось, наше здоровье и продолжительность жизни зависит почти полностью от образа жизни каждого человека. Есть 10 простых секретов или правил, выполняя которых вы можете сохранить здоровье до старости. Сейчас мы поговорим об этих 10 секретах. Первое. Избегайте неоправданного риска. Например, не стоит выбегать на оживленную трассу. Второе. Избавьтесь от вредных привычек, таких как курение, пьянство, наркомания. Всем известно, что они сокращают жизнь человека. Третье. Правильное питание. Под этими словами каждый понимает свое. Но все диетологи и создатели системы оздоровления сходятся в том, что в рационе человека должно быть больше разнообразных овощей, фруктов, ягод, орехов и зелени. Также при покупке продуктов питания надо избегать таких, в которых имеются стабилизаторы, красители, консерванты и прочие вредные вещества. Четвертое. Для обеспечения воспроизводства клеток в своем организме нужно принимать биологически активные добавки. Они восполняют недостаток в микроэлементах и витаминах без вреда для нашего здоровья. Пятое. Физическая активность. Чтобы поддержать в тонусе свой позвоночник, сердце и сосуды, человек должен ежедневно проходить не менее 5 километров. Это минимальная нагрузка. Если вы занимаетесь бегом, плаванием или игровыми видами спорта, положительный эффект для вашего здоровья будет еще больше. Полезны также различные оздоровительные гимнастики, например, йога или цигун. Шестое. Закаливание. Его можно проводить в виде обливания холодной водой, что очень полезно. Контрастного душа или обтирания полотенцем, смоченным в горячей воде. Седьмое. Здоровый сон. Ложиться надо до полуночи и спать не меньше 6-8 часов. Организм должен получать достаточный отдых, чтобы в течение дня он мог активно работать. Восьмое. Позитивный настрой. Надо радоваться жизни, своим успехам, верить в себя и в свою способность достигнуть поставленных целей. Девятое. Увлечение, хобби. Любое ваше увлечение поможет вам чувствовать себя нужным человеком, общаться с единомышленниками. Десятое. Социальная активность. Больше общайтесь с родственниками, знакомыми и друзьями. Общение просто необходимо. Выполняйте эти 10 секретов, которые помогут вам сохранить здоровье. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал и ставьте лайк.